Вот и заканчивается осенняя смена в умном лагере. И скоро ребята вернутся в школу. Итак, ситуация в школе. Соня, в доске! Первая неделя, как будто бы сон. И в умном за смену мы много успели. А что потеряли мы, если б не он? Об этом мы вам рассказать захотели. Я в лагере этом уже не впервые и много хороших друзей обрела. Но если б не умные, я бы их не узнала. И как же проститься без них всех жила? Я много боялась и много стеснялась. Не вывести было на сцену меня. Теперь же я круто преобразилась. Без умного так же боялась бы я. Уже много мог и много умел я. Но большему лагерь меня научил. За все, что узнал, сказать должен спасибо вожатым, с которыми в смене я был. Я не математик и не англичанка, но очень на сцене люблю выступать. Без умного лагеря я не смогла бы такую поддержку в свой раз узнать. Что он мне дал много, всем ясно и давно. Но самого главного мне сказали, забыть эту смену нам не суждено. И приехать сюда мы придем. Представьте, если бы умного лагеря не было. А на его месте стояли частные дома или какой-нибудь обычный. Место, куда вы приезжали круто провести время или просто погулять с друзьями, не существовало бы. Вы бы никогда не познакомились со своими вожатыми, не встретили бы людей, которые дороги вам, как никто другой. Представьте, что вы не знали тех, с кем когда-либо были в отеле. Вы бы не видели тех искренних улыбок, просто идя по улице. Вы бы не могли подойти просто к незнакомому человеку и обнять его. Счастье бы в вашей жизни стало бы гораздо меньше. Его как будто бы украли. Представили? Страшно, правда? Теперь, когда вы поняли, насколько вам дороги эти места и люди, сидящие рядом с вами, старайтесь ценить каждый момент, проведенный тут с близкими вам людьми. Ведь очень скоро мы разъедемся. И увидимся уже не так скоро, но мы обязательно вернемся. Человека, который написал этот текст, сейчас на сцене нет. Но он летит к нам сюда на всех парах. Поэтому мы ждем Андрея. Он должен появиться, но нет. Не по сценарию. Друзья, этим выступлением мы хотели бы предложить вам немножечко задуматься, поностальгировать, и сейчас мы хотим, чтобы все взяли друг друга за ручки, с кем рядом сидите, посмотрели друг на друга и от всего сердца сказали бы друг другу спасибо за смену. А с вами был первый отряд